Спасибо великое вам от всех нас за то, что вы победили, за то, что вы отстроили нашу страну, подняли ее из руин. Огромное вам спасибо. Сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили тематическую композицию «И снова май. Цветы и слезы». Песни, стихи, воспоминания. Пятилетняя попала в концлагерь «Майданок» Тамара Васильевна Самсонова. Ее родители были партизанами, отца убили, а мама с тремя детьми 11, 7 и 5 лет была угнана из Белоруссии под польский Люблин. Голод, холод, болезни, бесчеловечные отношения. Все это пришлось пережить маленькой Томе. Мама подумала, что я помру, но я выжила. Но все дети, кто заболел корью, все помирали. Там детей, там... Ну вот в Освенциме там, в общем, номера какие-то делали, а нас даже не считали, потому что погибнешь, погибнешь, помрешь, помрешь. Впрочем, у каждой из шести пришедших навстречу женщин своя история. История нелегкой жизни и лишений, без детства. Ужасы концлагерей наряду с Тамарой Васильевной пережили и жительницы Североморска Люся Антоновна Волошина и Валентина Николаевна Шестакова. С самых ранних лет трудились в тылу Фаина Петровна Карпеева, Александра Никифоровна Болотникова, Валентина Петровна Свежанкина. С цветами и подарками пришли поздравить ветеранов представители военного следственного отдела и прокуратуры Североморска. Очень приятно видеть вас в здравии, в хорошем расположении духа, в хорошем настроении. Пожелать вам хочется крепкого здоровья в нынешнее время, да, я думаю, это самое главное. Мирного неба над головой. Хочу сказать вам большое спасибо за победу. Сувениры, сладости к чаю, цветы – все это стало приятным дополнением к встрече поколений. В завершении все присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.